мы переходим, соответственно, сейчас боковым ударом. Мы смещаемся, выстраиваемся под ось. И начинаем опять что? С опущенной руки. Мы начинаем с опущенной руки, взрываемся, все то же самое. Вот человек перед нами. Человек перед нами остановили. Никогда не бить в болтающуюся макевару. Это мартышкин труд, вы только время тратите. Остановились, расслабились, сосредоточились. Представьте, вырабатывайте правильный стереотип движения. Правильную биомеханику. То есть расслабленное положение. Взрыв! Стоим, вот, стойка готовности, с места. Вот противник, мы на него смотрим. И взрыв. Обратите внимание, ноги стояли так. Вот ноги. Ноги вот. И в удар они пошли вот. То есть нога пошла туда. Вторая рука вылетает сюда сразу. То есть мы не бьем вот так. Вас уже начали бить, на вас пошла атака, то есть одномоментное движение. А это уже здесь. Отсюда мы там можем делать вас. Еще самое главное, закрыли голову, убрали подбородок. То есть стоим. Стоим. Удар. Вот. А еще раз. Да.